Друзья, всем большой привет! Начинаю новый влог. У нас там машины собирают сухие ветки. И посмотрите, какая у нас погода. Всю ночь шел дождь. Ну, развеивается. Будем надеяться на прекрасный денек. Спасибо всем, кто посмотрел вчерашнее видео, поддержал, правильно понял. И огромное спасибо, если хотите такие видео, что будет дальше, то обязательно пишите между нами, девочками. Мы же все виртуальная семья, виртуальные подруги. Я думаю, что будет интересно общаться и делиться опытом. Папа нам приготовил завтрак, свежевыжатый сок для Саши. И вот, посмотрите, всегда нам... Маленькие attention, как говорят французы, маленькие записочки. Приятно. Всем доброе утро. Девочкам и мальчикам. Я думаю, что у меня на канале всего один мальчик. Напишите, если больше, будет интересно. Приглашаю вас в новый влог. Сегодня нужно отправить огромную посылку. И, возможно, зайдем на базар, посмотрим, что там на развалах. И, конечно же, всякая разная красота. Возможно, съездим куда-то. Оставайтесь со мной. На мне вот такие серьги Dior, кольца. Заходите в мой бутик Vintage by Svetlana. Сейчас найду кольцо похожее. Попробуем совместить. Посмотрите, где пристроилась. Да? На рынке. Какая красота. Девочки, я дома и будем готовить с вами зеленую фасоль. Спрашиваете, как я ее употребляю, как мы ее употребляем. Можно в салат, можно как гарнир. Всегда очень вкусно. Еще французы, те, кто не на
никакой режим, диета и так далее не следят сильно за весом или даже следят, они просто ее на сливочном масле с чесноком, когда она готова, отваренную. Вот. И как гарнир. Я думаю, вот эта тарелка очень удобна и под овощи сейчас. Вот горячая просто зеленая фасоль. Сброшу ее, и будет удобно. Целый день бегаю. Кто-то нам писал, мне надо больше двигаться и не сидеть дома. Честно, ни секунды. С утра до вечера. Встаю в 5:30, и где-то ложимся спать мы в 22. Вот так. И не присаживаемся. Видите, как удобненько. И все. Так что вот такие тарелки, если кому-то нужны, ну хотя это я первый раз такое вижу, это скорее всего Италия керамика. Не обращайте внимания, сейчас у меня будет стирка. И как вы видели из влога, что я была сегодня на рынке, на развалах. У нас развалы 2 раза в неделю, по-моему, или 3. Но я хожу всегда в пятницу. В пятницу привоз. И можно найти шикарные вещи. Ну, конечно, нужно поискать. Посмотрите, какое шикарное платье. Я еще его не мерила. Сейчас постираю сначала. От Prada я нашла. Когда я достала из кучки, я просто не поверила своим глазам. Оно такое приятное. Я думаю, что это мой размер. Надеюсь, на всякий случай нужно посмотреть этикетку. Что за размер? Размер? Да, скорее всего, мой. Вот, ну просто, вот видите, что можно найти. И много-много другого с этикетками. Вот Саша взяла, например, купальные плавки. В этом году они будут ему шорты большеваты. Зарамен. Ну, на следующий год подойдут. Я такие вещи беру, которые могут служить. Но в этом году я тоже ему нашла классные на базаре. Мужу всем нашла. Всех одеваю на развалах. Всех одеваю на развалах, в Праду и в люкс. Вот Hugo Boss. Классная рубашка. Если ему не подойдет, сама буду с белыми шортами. С удовольствием. Такой оттенок у него красивый, рыжий. Клеточка. И свекрови я тоже нашла кое-что. Очень много с этикетками товара. Просто забирают in vendu, то есть то, что не продано, и продают. Вот. Бонапарт. Бонапарт, вот марка. И вот, посмотрите, какая классная хлопчатобумажная с вышивкой. Она на самом деле голубая-голубая. Такая рубашка-туника. Думаю, что ей будет хорошо. Вот. Очень много красивого белья я потом вам покажу, потому что на самом деле очень дорогое белье с этикетками, вот как Дарджилинг, шикарные ночные рубашки, невероятные просто, таких я даже не встречала, классных марок. В общем, если хотите обзор после стирки на себе, обязательно сделаю такое видео. И я еще взяла книги, вы видели, вот эту взяла по Peinture
художественные, картины. И взяла вот такие две. Надо их помыть. Вот такие винтажные книжки, но они очень интересные, Саша. Читать крупно написано. И мне нравятся такие истории. Вот, в горах, в Альпах. Так что вот такие сегодня находки были. А сейчас мы отведем Сашу в школу и поедем в магазин. Едем за сокровищами. Если удастся, поснимаю вам. Конверсы, сумка холщовая, очки и удобная сумка, чтобы не мешала маленькая. Я заехала в биомагазин, мне нужно посмотреть краску для волос. Сейчас посмотрим, здесь столько всего. Красота. Где же краска? Свечки различные. Дорого, но красиво и полезно. Я хотела бы себе тонирующий шампунь какой-нибудь, потому что я не хочу уходить от своего цвета волос. У меня седые. Шампунь колором ищем. Celle-là? €40. Hein? Ça, regarde. C'est genre gobelin, hein? C'est tissu? Tissu? Ouais. Tissu? Тарелки какие красивые. Коллекционные. Вот это с цветами. И вижу, что есть еще одна. Вот такая. Красивая очень. Здесь старинные табло. €280. Уже цены совсем другие. Есть картины по 500, по 600 евро. Представляете? О, с цветами какие красивые. Вот это вообще очень красиво. Ой, а мне вот это нравится. Рамки все, конечно, в таком состоянии ужасном. C'est la musique encore. On garde l'assiette musique. Смотрите, сколько красоты, глаза разбегаются. Вон ваза, пока кубок. Красота.
Мирана. Шикарная, да? Соус стоит? А, для соус? Соус? Какая красота. Тарелки к ним. Красота. Стол такой? Соля там, Англия, Англия. Все пока что радиаты. Ну? Что это такое? Ну? Пока что радиаты, наверное. Ну? Я не знаю, что такое. Сегодня тихо здесь. Посмотрите, какая мебель. Кресла, можно утонуть в них. Такие они, кажется, мягкие. Ой, здесь всего столько много. Посмотрите, какие они мягкие. А там вон парта. Старинная. Ой-ой-ой. Tu dois s'asseoir. Oh. Oh. Какая красота. На ножках. Что, смотрите, женщина тут такая. Осторожно. И это зеркала такие. Такие зеркала, представляете, старинные. Какая красота.